прокладку снял. Снимая стопор, вот этот стопор с этой стороны, он легко, его сдернули, и вот это поменять можно. Внутри еще стоит манжета. И можно выдергивать. Диаметр должен быть круглый. Здесь чуть меньше разбит. Здесь дата. А здесь другая дата, 09.05.08 месяц, разница. Мою. Так, ну что, ставлю? Оси вставил, теперь вставляю и фиксирую стопором. Все стоит, все открывает, все закрывает. Ставлю прокладку. Ну и по поводу вот этого обломанного уха. Не знаю, как у них это получилось. Возможно, уронили его. Но он цепляет. Он цепляет край. Я его также и потом воткну. Иду устанавливаю.
притянул. Разница только в грязи, а так и не видно, что отломано. Смазал силиконом тягу и одеваю ее. Одел. Одеваю разъем и ставлю на место двигатель. Так, а двигатель пока не поставлю, ставлю на место патрубок. Все, одел. Вот теперь ставлю на место его. Все, тягу одел, это одел, это одел, одеваю этот шланг. Так, трубки закрутил, одеваю на место подсвечники. Thank you.
подсвечники одел. Ну что, могу ставить коллектор? Пока не поставил, наживляю здесь. Так, притянул, ставлю коллектор. Ну да, вот.
Так, здесь все прикрутил, разъемы одел, хомуты одел. Так. Сверху идет. Так, заслонки одел, вторую одел. Заливаю антифриз. Запускаю, проверяю. Воздух в топливной системе. Трубки откручивал, попал, пока покачало. И чек потух. Чек сразу потух. Клемму аккумулятора не скидывал, ошибку не скидывал. Хотел показать, что светится, он это. Ну все получается, он сам ее не нашел и скинул. Ну в программе ему все равно надо заходить ее скидывать. Из памяти она в любом случае там прописана. Ну результат получился, все замечательно. Сейчас смотрю на предмет подтеканий антифриза, топлива. Ну, если бы топливо подтекало, она бы уже заглохла бы, не работала. Осматриваю антифриз и все. Катаюсь, проверяю. А хозяин уже по динамике посмотрит, расскажет. На этом замену завихрителей я закончу. Всего вам доброго.